В опасных играх кто-то виноват. Кому доверили детишек в интернате? Играют свадьбы, есть завзятый сват, переодетый по гетеру в платье. Пока что тешится, хохочет, свой хохмач, то рожи строит, то залез на стол. Но на поверку выйдет горький плач, снять урожай сейчас роковой пришел. Засев по душам, всходы дал мгновенно, терновник лютый переплел и выход. Теперь корчуй и жги, хотя в три смены, не выскоблить засеянное лихо. И ничего не сделать одному, когда лазутчиков не выгрести лопатой. Учили правильно, по правилам тонуть, по новым методам выращивать горбатых. Каким быть должен каждый пилигрим? Смотритесь в зеркало священного писания. Оно сорвет приросший с детства грим, парик с искусственного цвета волосами. Под наблюдением у верующих нянек кипит работа даже у ленивых. Когда Христу сеть рыбаков подтянет, предвидится совсем иная нива. Хотя бы раз придите в этот класс, где без молитвы не начнут урока. На переменах не спускает глаз сахальников. Грозит им дома порка. Пусть для анализа сердца нам недоступны, хотя и детские, но омут там глубок. Но Божий пестик отмолотит в ступе, постыдных дел распутает клубок. Ни режущих, ни колющих предметов, пока не вырасту, детишкам не давайте. У многих взрослых много есть отметин. Сумейте умереть в крещальном платье. 8 сентября 2005 года.